Но... В Нижнем Тагиле мужик чуть не утонул при купании в Крещенской купели. Судя по видео, он потерял сознание еще до того, как полностью погрузился в ледяную воду. Но друзья быстро заметили его состояние, и самое главное, что он фактически лежит в воде и ушел уже едва ли не с головой. Собравшийся окунаться быстро помог товарищу, видимо, упавшему в обморок, и продолжил ритуал. Местные СМИ пишут, что пострадавший быстро пришел в себя, и ему оказали всю необходимую помощь. Из-за чего точно случился обморок, неизвестно. Самое очевидное – из-за резкого перепада температур. Вообще-то народная традиция окунания в прорубь врачами не одобряется, особенно если человек не морж и в ледяную воду входит раз в год. Здоровью это не на пользу. Тагильские паблики писали, что за купаниями наблюдали спасатели, частные охранники, полицейские, но, как показывает видео, первыми пришли на помощь и по факту спасли Диму обычные люди, которые также пришли окунуться. Еще хорошо, что прорубь была официальной, ее, как обычно, оборудовали на Тагильском пруду. В Ордане закреплен деревянный сруб, глубина всего 130 сантиметров. Выставлены ограждения и сделаны подходы из досок. Рядом теплые палатки. Такие инциденты могут закончиться гораздо хуже, как в прошлом году в Ленинградской области, где женщина на глазах детей и мужа нырнула в прорубь на реке Оредиш, и больше ее никто не видел. Женщина погибла, течение затянуло ее под лед. Тело искали больше недели. Места для купания на крещение не было оборудовано вовсе.